В этом году в городском дворце культуры День отца был отмечен конкурсной игровой программой «Всемогущие папы», в котором приняли участие самые смелые, самые сильные, самые-самые папы Дмитрий Суворов, Александр Александров, Алексей Сергеев, Сергей Гусев, Александр Дубровин, Роман Долгов. Этим мужественным папам предстояло выдержать экзамен перед публикой, и они достойно с этим справились. Наши участники доказали, что настоящий папа прекрасно водит автомобиль, может построить настоящий дворец. Готовить обед. Собрать игрушки. Сделать с ребенком утреннюю зарядку. И спеть ему колыбельную на ночь. Конкурс армрестлинг показал, что каждый папа самый сильный. В финале конкурсной программы на сцену к участникам поднялись их семьи, ведь за спиной каждого папы стоит его бережно хранимая семья. Все участники получили грамоты и подарки от городского дворца культуры. Вы потрясли всех. Самое главное, цените ваши семьи, будьте любимы и любите их. Мы желаем всем уважаемым папам семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов во всем.